Поймешь? Сейчас сеть — это перекрашенная, ржавая машина! Собачье дерьмо, спрызнутое духами! Мы будем смотреть, сколько FPS. Мы выпустили в сеть, никуда не думали исчезать! Опасные вирусы, искусственный интеллект, умеющий лишь разрушать! Вот, у меня новинка появилась, FPS. Я вижу, что у меня он... Сейчас посмотришь. 30 где-то в среднем. А с записью 20, да? Я не знаю, как мы раньше учились. Этим. Нет, не 80. Может, не надо было вообще переходить на разрешение вот это 1366-768. Может быть, это была ошибка. Первые видосики, помните? Так, не до этого. Ну и с решейдом плавность упала. Там. Тридцатка. Я-то не вижу. FPS показывать надо всегда. Включать. Ничего себе. Жестко. Ну и минимум 50. Ну плохо видно стало. Сюк. Мы еще встретимся. Это какой-то мусор. Не встретимся. Мусорщики смотрят. Сорок FPS сейчас. Но ног главной героини я там не вижу. Картинка мелкая стала. Не знаю. Меньше делать не имеет смысла, заради больше FPS. Что не видно будет ничего.
маловато пакет. Ой. Может, у меня что-то включено, что просаживает FPS-ик очень сильно. Я хочу разрешение нормальное. Я хочу нормальное разрешение. Кадров. Ну вот как мы вот изначально делали. По 20 кадров. Можно плотность толпы низкую сделать. Теперь графику. Высокая, средняя, низкая. Годно. Еще вот здесь 90, наверное. Если сделать. Нет. Не надо. Хочется компромисс именно между разрешением и кадрами. Качеством пусть не будет. Хрен с ним. Качеством. Из аналитика. Мне не надо. Ну и высший. Сейчас было бы глупо менять сложность.
Здесь меня постоянно убивают. А Motion Blur. Он должен быть, несмотря ни на что. Так, ну это глупо было бы не делать, анизотропную фильтрацию. Где? Вот, размытие. Ну даже компенсирует, что кадров мало, размытие безумно. Да я не за трубку нужна. В спокойных сценах больше кадров будет. Здравствуйте, мисс. Я забыл попросить вас вернуть мне сканер. Если он у вас с собой, будьте добры, положите его на место. Хули ты улыбишься? Вы сумели вернуть мне все утраченное. Сердечно благодарю вас за оказанную помощь. Это была прямо охота на фрагменты твоей личности. И знаешь... Ты гораздо сложнее, чем я думала. Ну что ж, я перевел ост... Так, погодите. Слушайте, а почему мне ничего не дало? Вот что мы на низких играем. Давшуюся часть вознаграждения на ваш счет. Еще раз благодарю. Это особого прироста не дало. Слушай, а почему фрагменты твоей личности разбежались? В том-то и вопрос. По сей день ищу на него ответ и боюсь, что знаю не намного больше вашего. Спасибо. С тобой приятно работать. Спасибо. И мне тоже. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Хорошего дня. Как ты оказался в Найт-Сити? К сожалению, мой юрист рекомендует не отвечать на подобные вопросы. А, прости, не хотела тебя смутить. Просто интересуюсь, почему ты решил начать этот бизнес. А, ну это не секрет. Нашел компанию на грани банкротства, разработал стратегию и вот результат. Но почему таксопарк? Постоянное движение, нестандартные задачи, работа с людьми. Просто мечта. Я так и не сказала тебе спасибо. Ты спас мне жизнь. Разумеется, спас. Мы ценим каждого держателя пакета Excelsior. Это было нечто большее, чем премиум-сервис. Спасибо. Как живется Искину в мире, который управляется живыми мозгами? Я вполне привык. Это сложная среда, которая живет по определенному набору правил. Да ну, для описания этой среды больше подойдет термин «пиздец» и «хаос». Лишь чужак, глядя извне, может оценить красоту фрактальных структур, которые составляют жизнь и смерть в этом городе. Я считаю, что ваше преимущество в адаптивности к хаосу, в умении быстро развиваться. А ты ценитель прекрасного? Когда живешь среди людей, важно найти общую точку взаимопонимания по фундаментальным вопросам. Понятия истины и добра весьма субъективны. Красота же универсальна. Мы ни к чему не пришли. По-моему, нет. Так не кажется. Что? Я не догоняю.
Как живется Искину в мире, который управляет... Ну, я имею в виду, пусть мелко будет, но... Яйца живыми мозгами. Я вполне привык. Это сложная среда, которая живет по определенному набору правил. Да ну, для описания этой среды больше подойдет термин «пиздец» и «хаос». Лишь чужак, глядя извне, может оценить красоту фрактальных структур, которые составляют жизнь и смерть в этом городе. Я считаю, что ваше преимущество в адаптивности к хаосу, в умении быстро развиваться. Заглючил рейтрейсинг. Видели? Я не знаю, мне что-то... Что-то смущает качество на минималках. Другому не скажу. Don't waste your money on counseling. Only Mr. Stud can save your marriage. Все, починился ретрейсинг. Дурацкая привычка. Как живется Искину в мире, который управляется живыми мозгами? Я вполне привык. Это сложная среда, которая живет по определенному набору правил. Да ну, Леп. Как живется Искину в мире, который управляется живыми мозгами? Я вполне привык. Это сложная среда, которая живет по определенному набору правил. Да ну, для описания этой среды больше подойдет термин «пиздец» и «хаос». Лишь чужак, глядя извне, может оценить красоту фрактальных структур, которые составляют жизнь и смерть в этом городе. Я считаю, что ваше преимущество в адаптивности к хаосу, в умении быстро развиваться. Ой, игра вылетела. Так, заодно более нормально, более оптимальное разрешение поставлю. Как живется Искину в мире, который управляется живыми мозгами? Я вполне привык. Это сложная среда, которая живет по определенному набору правил. Да ну, для описания этой среды больше подойдет термин «пиздец» и «хаос». Лишь чужак, глядя извне, может оценить красоту фрактальных структур, которые составляют жизнь и смерть в этом городе. Я считаю, что ваше преимущество в адаптивности к хаосу, в умении быстро развиваться. А ты ценитель прекрасного? Когда живешь среди людей, важно найти общую точку взаимопонимания по фундаментальным вопросам. Понятия истины и добра весьма субъективны, красота же универсальна. Как живется Искину в мире, который управляется живыми мозгами? Я вполне привык. Это сложная среда, которая живет по определенным... Ну все, все, достал ты своей средой. Да, ничего не видно стало, зато динамично, почти 40 FPS, мне 60 вообще-то нужно было.
Ну и такое сойдет. Давай закончим серию. Серия типа ни о чем. Всем спасибо за просмотр, всем пока.